Ноябрьск снова останется без горячей воды из-за ремонта на коммунальных сетях. Подачу ресурса временно прекратят в 5-м микрорайоне на неделю. Неудобства жильцы домов по улицам Советская, Магистральная, Ленина, Высоцкого будут испытывать с 21 по 27 августа. В этот период коммунальщики займутся капитальным ремонтом магистральных сетей. Специалисты «Энергогаз Ноябрьска» говорят, что постараются максимально быстро закончить работы, чтобы воду в дома подать раньше обозначенного срока.